Всем привет, с вами Артем Динамик и это Игроцех. Впереди много интересного, не пропусти. Ну что, все готовы? Поехали! Ubisoft заявила, что ПК-версия The Division не будет портом с консоли. Это будет именно отдельная игра, специально для ПК, а значит не будет ни мыльцовой графики, ничего нам неудобного. Это очень классно, я вообще люблю Ubisoft, они такие молодцы. Blizzard заявила, что открытый бета-тест игры Hearthstone Heroes of Warcraft будет перенесен на январь. К сожалению, это связано с тем, что у них еще слишком много работы. Но мы все знаем Blizzard, они все хотят довести до идеала. Игра уже очень крутая, что ж там доводить-то? Пускайте всех, пусть все насладятся данной замечательной игрой. В The World of Tanks вышло обновление 8.10. В нем появились японские танки, которых так долго ждали все игроки. Ну что ж, полный список обновлений можно увидеть на официальном сайте игры, не буду все перечислять. В StarCraft 2 начинается новый конкурс. Пройди предложенную миссию как можно быстрее и получи 6000 рублей на Game Zone. Довольно-таки прикольно, теперь на прохождение можно играть еще и на скорость. А раньше такими вещами баловались такие игры, как Half-Life 2, да и прочие, то есть старинка, когда еще мультиплеера особо не было. Популярность игры Call of Duty пошла на спад, это показали продажи Call of Duty Ghost. Ну что ж, дорогие мои Infinity Ward, сколько можно из года в год людям предлагать одно и то же? Нет, конечно, это все довольно интересно, довольно весело, но одно и то же из года в год. Компания Microsoft уже не знает, как привлечь аудиторию, и очень скоро она выпустит новые телевизионные сериалы специально для приставок Xbox One, Xbox 360, чтобы игроки в эти консоли могли не просто играть, а всего лишь сидеть, смотреть сериалы и говорить, а вот на Xbox One 360 есть свои сериалы, а играть не во что. Компания Naughty Dog, которая выпустила The Last of Us, обещает в следующий год сделать пиковым для своей компании, выпустить очень много хороших игр. Кстати, дорогие друзья, была зарегистрирована торговая марка The Last of Us The Movie, то есть давайте будем ждать фильма по этой замечательной игре. Представляю вашему вниманию канал моих очень хороших друзей HD Studios. Ребята проходят такие игры, как Starbound и многие другие. Обязательно загляни по ссылке в описании, либо по аннотации и подпишись на них. Ведь я очень тебя об этом прошу. А так как новинок на будущей неделе не будет, вынужден с вами попрощаться. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был Артем Динамик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И обязательно комментируйте. На следующей неделе нас ждет новая игра Цех. Всем пока, друзья. До встречи.